город Тула, общество «Локомотив», кандидат в мастера спорта. Дзюдо занимается с 2008 года. Лучший спортивный результат – первое место общества «Локомотив», второе место центрального игрового клуба. Тренеры Выборнова Ольга Михайловна, Выборнов Руслан Викторович. Синий кимоно. Долгин Екатерина Юрьевна, 1998 года. Центральный федеральный округ. Юность России, кандидат в мастера спорта. Дзюдо занимается с 2008 года. Сборная команды России 2012 года. Лучший спортивный результат. Серебряный призер первенства России в Волгограде. Первое место на Евразийских играх. Третье место в Кубке Европы Турция. И чемпионка Канады Спартакиада России. Тренер Матичук Ирина, Матичук Егор. Центральный федеральный округ, Московская область.
стала бронзовым призером в весовой категории до 48 килограммов. Заморозки, кстати, будет врачу. Ай, рискуй!